Ну что же, мы снова у своей кроватки, мы и продолжаем, соответственно, что-нибудь делать. Сейчас мы сделаем палочек, парочку. Так, сюда. Ой, подожди, это кнопка. Надо сделать вот так. 4 палочки сойдет. Что там такое происходит? Так, палки. Угу. 4 и 4 угля. Это так, факелы. Несколько штук. Не, мало, мало, мало. Надо сделать. Так, 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 так. Отлично. Так, берем палочки. 5 на 5, 6. Ага, все как раз получается. И угол. Ой, зачем это-то надо? 16. 10, 16. Отлично. Берем факелы. Крутяк. Так, вот этой железной булыжников много. Железной руды я натаскал. Кость я не знаю зачем. И тут что-то можно делать с мотыгой, да? Ой, что такое? Сейчас посмотрим. С травой можно как-то взаимодействовать. Какую-то высокую траву там фигачить. Вот. Давайте попробуем с мотыгой что-нибудь поэкспериментировать. Ну-ка. Где тут? Давай вот здесь прям. Подожди, это же мотыга, а чё с ней не так-то? Ах ты гад, смотрите-ка на него. Ну-ка. А чё он горит? Все, сдох походу. Пойду за свинкой схожу, а то я чуть не сдох тут. Без еды, представляете, вообще офигеть. Хрю! Хрю! О! И пополнилось как будто бы. Энерджи, да? Давай, на максимум жри. И последний. Сойдет, натуре. Так, ну что там надо делать-то с этим, с мотыгой? Это мотыга, да ведь? Деревянная мотыга. А что с ней? Она же... Так, а что тут? А, вот. Правый. А я же нажимал вроде правой кнопкой мыши. Хм, странно. А чё тут такое семена? Ну-ка, а если я вот это посажу? Что будет? Я не знаю, посмотрим. Цветочек. Ладно, нам не нужен. Отлично. Вот трава высокая. Про нее я что-то узнавал. С нее что-то можно добыть, да? А, подожди. Или с чего можно? Как траву добыть? Я как что вроде что-то... Вот, упало что-то. Видимо, не всегда падает эта трава, которая нужна. Которую я не мог посадить, я не знал, что с ней делать. Давай, давай. Сейчас у меня сломается сейчас эта кирка. Уже сломалась. Топором давай. Ага, иди, ты иди сюда тоже. О, ништячок. Так, ну что, как там у нас с этим? Где грядки-то эти, которые... А, вот они. Чё, уже пруд, да? Ну, вроде увеличились. А что это такое, правда, я не знаю. Ладно, пошел я, короче, это... Чё делать? Замутить я хотел руду железную. А, какую руду, чё я говорю? Не руду, а... песок у нас есть. Сейчас, палочки сделаем еще побольше. Чтобы было на максимум. Значит, факелов полно. И палочки, палочки. Сейчас тоже на максимум. 4, так, 7, 8, все, 8. И будем делать пока что обычные это, кирку. Тоже 8 штук. Хотя нет, наверное, 8 перебор. Ну да ладно. Так, ты идешь сюда, ты сюда, ты сюда и ты сюда. Все, а это все собираем, и пока нам мне это лично не нужно. Железную руду, да, надо переделать. А, железную руду как раз-таки нужно переделать в булыжник. Это я помню. Так, по-моему, я не туда поставил, да? По-моему, сверху нужен уголь ставить нужно. Нет, все-таки снизу. Наверное. Фиг знает. Ну, попробуем сейчас. 23, да, вот смотрите. Сколько тут? 15.
наверное, должно нормально все получиться. А тем временем я пойду пока... Да, погнали. Посмотрю, что там с урожаем. Он же растет, да? Но медленно. Его еще собирать как-то надо. И поливать. Поливать, поливать. О, вон там пещера, я хотел в нее сходить. И вот здесь еще внизу где-то пещера. Но мне нужна железная руда. А, так, а, берем... Слушайте, нам нужны для ведра... О, 3 слитка как раз. Далее переходим сюда. И, по-моему, вот так ведро делается. Да, ведро. Я не знаю, надо ее поливать. Нет, ну сейчас проверим, что из этого выйдет. Ну-ка, свали. Подожди. Так, во-первых, надо вот это каменюки, мне кажется, лишние выкинуть. Ну, на кой мне их столько много? Как вы думаете? Я все равно сейчас еще нарою. Они мне, в принципе, не мешают. Ну да ладно, мак тоже не нужен, песок пока тоже не нужен. А, семена пшеницы, все-таки это пшеница, да. Ну давай тогда дофигачим грядки. Так, и посадим. Потому что мне говорили, там надо овец, короче, приманивать. А, с ведром что я хотел сделать? Попробовать. Сейчас попробуем. Опа, что, полить можно? Ой! Не то, что я сделал. Ой-ой-ой. Блин, долбанная хрень. А, я знаю, может так? Да, все, завались. А, уйди, мразь. Вот из-за вас я что-то тут... Ну, наверное, должна расти, я не знаю, что. Или почему тут чернее чуть-чуть земля? Фиг его знает, может быть, более плодородная? Не знаю, ну, смотрите, вроде растет, нет? А что, это увеличивается, а это нет? Вот этот блок земли. А, нафига... Ой-ой, что я сделал? Ну-ка, ставь его обратно. Слушайте, а знаете что? Я же знаю. Надо, знаете, надо, короче, ну, вы это знаете. Надо вот так вот, наверное, провести воду здесь. Потому что они какие-то сухо выглядят, да? Ну, и логично подумать. Я где-то это и читал тоже, что нужно вокруг... А, смотрите, да, видите, мне кажется, они становятся какими-то более влажными. Ну, может, я ошибаюсь, конечно. Не знаю, ну-ка, давай. Попробуем так. Чё там, вода так плохо течет? Да, ой, давай резче. Тики. Тики резче. Так, тут тоже можно зафигачить. Наверное, да? Правильно я делаю? Ну, надеюсь, правильно. Попробуем сюда, сюда. Ага, давай, ты сюда. Ну как, нормально? Чё она не течет? Мало, что ли, воды? Или что не так-то? Ну, намокает, наверное. Нереально, а чё он так медленно-то? Может, как-нибудь поглубже чё? А вот, вроде пошла. Да? Все равно как-то не так. Ну, наверное, это зависит от того, что... А, видите, они намокают. Ладно, это круто. Надо сделать сейчас какую-нибудь для посадки. Я где-то видел картинки прикольные. Для того, чтобы, ну, садить. Как правильно садить? Сажать все эти... Так, что-то тут мало чего. Все эти ингредиенты... Все эти овощи... Блин, как сказать? Все зерновые, овощи, фрукты, все так далее. Короче, всю ботву эту, как сажать, я видел. Давай, отрывай, отрывай дальше. Я просто в шоке немного. Тут вот так много угля. Это просто нереально. Просто какой-то звездос. Нет, ну по сути я... у меня есть железная руда. У меня... Или что там? У меня есть железная какая-то хрень. И я могу сделать себе нормальную кирку железную. Но блин, ну посмотрите, здесь ни хрена нету. Ладно, давай вот тут. Может быть здесь что-то? Давай туда порой вниз чуть-чуть. Сейчас мы сделаем так. Если тут уголь, он бы весь, наверное, вспыхнул как-нибудь. Ой, что-то я сломал, что ли. Сейчас чуть-чуть пороем, пока там растет. Я надеюсь, что он там... Так, и надо похавать. А то я даже не знал, что здоровье уменьшается, если у меня пустая... Если у меня нет курочки, вот этой вот ножки, куриные ножки. Да, оказывается, вот так вот. Когда они у меня полностью исчезли, я начал дохнуть потихоньку. Так, ты давай сюда вставляйся.
Я вот тут, пожалуй, поищу. Может быть, эти пещеры, они никчемные. Может быть, самим надо свои пещерки рыть. Потому что, ну, не знаю. Что-то я ничего ни разу не находил здесь. Точнее, находил, но очень мало этой железной руды. Я знаю, что она растет, по-моему, на глубине. Это естественно. Но... Это что такое еще? Какая-то другая пещера, да? Вау! Крутяк. Слушайте, ну... Может быть... есть что охранять. Хорошая пещера, наверное. Да, хотя нет, смотрите, фигня, по-моему. А, нет, тут вот есть железная руда. Давай, рой ее. Точнее, откапывай, отламливай. Может быть, это знак? Может быть, да, слушайте. Может быть, это значит то, что нужно здесь покопать сейчас вот так. Что это за место такое непонятное, интересно? Если я выберусь. Подожди, а может быть... Может быть, есть... Может быть, это около моего дома? Как раз-таки. Или вообще где? Да, это тут я в нее, собственно... А как же я его пропустил, этого крипера? Я только что тут был. Так, надо поспать срочно. Не хочу тут оставаться с этими монстрами. Вон там они уже пошли, по-моему, если не ошибаюсь. Закрывай. Давай, спи. И сейчас как раз-таки нас приготовится. Блин, круто было бы, если бы ночью все выросло. Да, вот, приготовилась как раз-таки... Ну, вы поняли. Руда... Сейчас мы сделаем что-нибудь. Я забыл, как штаны делаются. По-моему, что-то вот такое. Зачем штаны? Зачем штаны? Мне кажется, лучше этот скафандр. Как его сейчас? Сейчас. Ах, куда же... Так, это не то. Стоп, подожди. Ой-ой-ой, что я наделал? Давай, как его собрать? Все, вроде... А куда... Оно вроде здесь упало, да? Сейчас мы сделаем доспехи. Так, да? Нет, стоп, что-то я не то сделал. О, ну это штаны, все правильно. А как их? Подожди. А, Е буква. Так, надеваем, да? Ну. Все, броня пополнилась внизу. Так, и теперь вот это вот... Блин, не туда, вот сюда. Стоп! Что это такое? Котел. Подожди. Какой котел? Стоп. Нет, подбери. Да подбери ты, ёл, что-то все повыкидывал. Надо. Надо, наверное. Так я же вроде так делал. Значит, не делал. Так. Ну и шлем. Насколько важен шлем? Шлем у нас очень важен или нет, как вы думаете, я понятия не имею. Так, надеваем это все дело. Ага, ну и сапоги пофиг. Так, здесь у нас приготовились. Хотя нет, можно сапоги надеть эти. Отлично. Крутяк. Так, давай. Железные ботинки. Ну, блин, просто так назвал сапоги. Ну ладно. От меня что? Что-то отходит? Да, от меня отходит какая-то хрень. Ну что там с пшеницей-то? Блин, а как узнать? Не, ну она определенно стала больше. Мне кажется, она не выросла. Она должна еще пожелтеть, наверное. Ладно, сейчас пока спущусь сюда. Глянуть, что тут у нас с этими. Где-то я тут рыл что-то. Вот сюда я вышел. Вот здесь был крипер этот. Нет, он не здесь был. А, я уже заблудился. Или здесь. Я не помню. Я, наверное, знаете... Да, я, наверное... Вот тут что-то ры... Фу, напугал. Рыл-рыл. А, стоп. Вот тут был крипер. Подожди, я уже весь запутался. Это же тот же самый... Это же тот же самый! А, я вот сюда не заметил. Тут был еще один проход, а я его даже не заметил. Ну, хорошо, хорошо. Давайте тогда сюда пороем чуть-чуть, посмотрим. Может быть, там что-нибудь найдется. Я надеюсь очень на это. Пожалуйста, пожалуйста, дружище, найдись. Так. Какой-то... Опа! Что тут у нас? Тоже что-то такое интересное. Я нашел кое-что интересное. Вот оно. Ага, железная руда. Ну это круто, круто. Еще. Ну ты даешь. Давай, отрывай. Отрывай, что-то я говорю все время. Ну, в смысле,
Отрой. Типа того, рой. Начинай рыть. Так, тут я уже был, походу. Ну, точнее, я тут сделал. Факелы мои висят. Стоят. Так, ну и уголь пока нам не нужен. Но я его возьму, конечно же, чуть-чуть. Хотя за углем часто, мне кажется, бывает вот как раз-таки железная руда. Ну, точнее, рядом где-то находится. Но это, конечно, может быть просто совпадение. Ну да ладно. Кто знает? Кто-то да знает. Да, тут вроде нет. А, и вот туда еще. Это, типа, что такое? Нет, подожди. Фу. Фу, нифига. Крутяк. Я просто подумал, что она сейчас затопит эту пещеру, но я знал, что это вода. Но я не думал, что она так польется. Нет. Ну да, она тут течет где-то. А, может быть, это подземные какие-то воды, потому что у меня было уже такая история, я тоже услышал какие-то странные звуки, подземные воды, видимо, подумал. Да, вот смотрите-ка, тут что-то течет. Или это я налил? Нет, не я явно налил. Напрудонил. Ну-ка, давай дальше. Да, тут определенно есть. Да, там такой пердеж стоит, слышите, вообще. А, там... А наверху уже все, выход. Тут мы, видимо, не так глубоко под землей. Но там точно не ночь. Почему там кто рычит? Нет, это на поверхности, наверное, вряд ли кто-то рычит. Это скорее где-то тут в пещере кто-то. Надо поэтому куда-нибудь туда порыть. И по-любому мы их найдем, этих чуваков. Так, а нам нужно сейчас факел. Факел расставить здесь, блин. Откуда? Интересно, смотрите-ка. Слушайте, а я знаю, куда нам вот эту штуку использовать. Надо просто вот таким вот образом все это зарыть. Что это вообще не то? Подожди. На булыжнике лучше поменяем. Вода офигевшая, смотрите-ка. Эй, подожди, что ты делаешь? Все. Сойдет. Вау. Не, я не буду, ладно. Неважно. Лава. Ну, это, наверное, круто. Блин, еще выбраться бы отсюда. То есть что-то дорогу назад забыл. Ну, в любом случае, наверх будем рыть, если что. Если вдруг я заблужусь. Так, вот с этой темой надо... она... А, смотрите-ка, тоже можно... Вау, вот... Не-не-не-не-не-не-не. Да, харе. Нет, пожалуйста, давай. Куда-нибудь. Так, все нормально. Пришлось ответить на звонок. Ладно. Так, ну что ж, продолжаем раздраконивать пещеру потихонечку. Это на самом деле... Там уже по-любому ночь наступила, а я тут фигачу. Фигачу. Ладно, чуть-чуть дальше продвинусь сейчас. А то еще сварюсь тут нахрен. Давай. Давай, рой, рой. Рой, копай. Блин, опасная тема, что с ней делать, ладно. Так, ну что же. А зачем я сюда, собственно, шел? Понять не имею. О, там что-то внизу есть. Кирка сейчас наша сломается уже. Давай, начинай тут. О! Нифига я удачно копнул. Нормально. Так. Давай. Зашибись. Ну ладно, я подготовился нормально. Замечательно. Точнее будет сказать. А здесь у нас что? А, подожди. Ну, вообще, я хотел, знаете, что? Вернуться туда, где шел тот самый рык. Ну, пердеж монстров этих. Потому что... А, так они здесь, оказывается. Вот, собственно, я их нашел, наверное. Отлично. Может быть, там дальше что-нибудь... О! Тоже нашел. Вот она, пещерочка. Давай. Нормально, слушайте, нашел такие приятные места, где есть много приятных вещей, таких как железная руда на данный момент меня только радует. Но, конечно, в дальнейшем я бы желал найти всякие там алмазы, какие-то комнаты. Кто-то тут рычит, никого же вроде нет. Какие-то комнаты я там секретные знаю и слышал.
Ох ты, ё, как так получилось? Я вроде смотрю, думаю, не должен задеть. Он задел все-таки. Кто там? Я не понимаю. Кто рычит? Где это вообще такое рычит? Кто это? Там где-то как будто. Давайте туда рыть. О! А, подожди, я вышел нас... назад. Где же они рычат тогда? Получается, я сделал крюк, да? Так ведь получается? Хм, ну ладно. Ну, не хочу я искать больше. Мне и этого достаточно. Ну, как достаточно? Недостаточно, но... А, нет, подожди, вон там еще отрыл. О, нормально. Нет, факел... Факел не сюда ставь, а вот сюда. Потому что это место я сейчас расколбашу. Давай. Все. Крутяк. Крутяк. Не зря сюда копнул. Так, эта тема уже мне знакома. Все, надо как-то выбираться из этого гребаного места. Выбираться, наверное, легко. Ну, сейчас не время, потом как-нибудь сам сгоняю сюда. А где же эти зомбариты? Я не понимаю. Мне просто интересно до них добраться. Давай уже, выпердинивайся отсюда. Где же они могут быть? Может, там... Где-то здесь они за стеной. Я слышу этих уродов. Ладно, обязательно надо сюда потом вернуться. Как-нибудь вернусь. А сейчас надо идти за... Вот тут они. А, может быть, это уже ночь наступила, и они на поверхности там рычат. Ну, кстати, вполне вероятно. Может и нет. Ну, что-то я никакой пещеры там не вижу. Вполне вероятно, они надо мной просто. Или здесь где-то. Вот тут где-то прям. Ой, блин, ну началось. Ладно, так, я заблудился, честно говоря. Я не знаю, как отсюда выбраться. А, вот, наверное, здесь как-то. А, ну, скорее всего. Так, и куда теперь? Наверное, сюда. Так, и сюда. Там, походу, ночка. Ладно, надо поспать. Так, а что это я тут? А, все, утро настало. Пшеница не созрела пока что, да, я так понимаю. Ну, вообще, может быть, стоит как-нибудь... Вода не размножается, конечно, но... Подожди, а чё, почему вода не взялась? Подожди. А, я её вот взять. И сюда, да? Вот, но это для увеличения, нет? Не будет эффекта, как вы думаете? Как вы знаете, точнее. Бери здесь. Ой, давай, давай. И кидай сюда. Ну, может быть, что-то изменится. Да, она желтеть уже начинает. Так, а я еще узнал про то, что здесь есть... Ну, во-первых, надо... Слушайте, надо свиней в загон поставить. Так. А у нас там хватит? Ну, наверное. Потому что надо, во-первых, да, я знаю, овец, и еще свиней надо поставить в этот гребаный загон. И надо, наверное, здесь это все замутить. Четыре палки вполне сойдет. Нет, может и не сойдет. По-моему, так делаю. Ой, что я сделал? Подожди. Стоп. Да куда ты все выкинул? Стоп, я же все правильно вот сделал. Или я... А чё не так-то? Может, не те доски? Хм. Чё не так? Создание. Хм. Может быть, палки одни? Странно. А чё не получилось тогда? Вроде тоже должно было сработать. Четыре. Четыре. Так, сойдет, наверное. Раз, 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 раз. Все. 4, 8. Ну, это супер маленький вообще забор. Но... Не знаю, давайте попробуем. Так, 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 так. Все, да? 12. Ну, 3 на 3 получается тоже маленький достаточно. Еще сделаем парочку.
Так, сюда. И еще... Ой-ой, не хватает. Блин, что ты сделал? Две, да, еще нужны палки. Ну ладно, типа того, сюда. Нет, сюда. 16. Да, логично. Так, эти палки сюда. Все, давай теперь берем забор. Нет, не сюда. Забор на место факела. Топ, один факел. А, 6 факелов. Не поместится. Так, тут была деревня, вот на той стороне я видел. Там надо взять, что-то я забыл. А, морковь, что ли, поискать. Значит, ты свинья. Это было не оскорбление. Это что такое? А, он так строится, первый раз просто вижу. 3, ну, должно хватить. На 4 примерно. Что это вообще? А, можно сделать чуть-чуть поуже. Так, ты завались. Блин, не хватит, походу. А, хотя нет, хватит. Даже еще... Не, еще не надо. А как ее теперь загнать сюда, блин? Свинина тупая, как тебя... блин. Ну, просто так вот, чтобы типа... Давай, рубись, что так долго. Свинка, свинка, не молчи. Свинка, свинка, попляши, давай. Не, не надо на моей грядке вставать, уйди отсюда. Вау-вау, куда-куда ты так втопила, свинья? Подожди, подожди. Может, надо было вокруг нее это делать все? Может, туда... Вот так вот. Сюда. Я, конечно, тупо делаю все, ну ладно. А может и правильно. Не сюда. Сюда. Прямо, давай. Ну, хоть одна. И еще вторая куда-то убежала, вонючка. Ладно. Ничего, я тебе сейчас покушать перенесу, если что-нибудь найду, конечно же. А, стоп, мне же самому свиньи нужны, чтобы покушать. Вот деревня, да? Смотрите, сколько он... Ой, ёптарас это. Смотрите, у них тут жратва есть. Это вот эта шель пшеница? А чё я тогда её выращиваю-то? Вот пшеница, народ! Блин, ну крутяк, чё? А, ну, я её себе, пожалуй, возьму. Слушайте, а может тут всё сажать? Вот смотрите, вот мне упала пшеница, да? Вот, семена пшеницы. На место мотыги. И просто-напросто... Охренеть, ты чё тут делаешь? Иди нафиг. Вот, и на место как раз-таки вот сюда ее посадить. Тут он все как раз-таки, это самое, предусмотрено, что в натуре. Крутяк, заживем. Так, мало, я считаю, мне так кажется, надо еще собрать. Честно, в каком... Так, это не созревшее, наверное. Не знаю. Так, ты давай сажайся снова. Я так понимаю, я надеюсь, я правильно делаю. 23 штуки. А, теперь это что такое? Это, наверное, что-то типа морковки. Картошка. Крутяк. Шибись, чё. Все, заживем. В натуре. А теперь надо только посадить ее. Что это? Семена пшеницы. Блин, а что с картошкой-то делать? А, вот, фу, я аж... А, подожди, это обычный картофель. Семена пшеницы. А что-то я как-то... А, вот. Наверное. То есть я получаю как бы и картофель, и семена. Да? Надеюсь. Так, а это что такое? Это тоже картофель. Но мне нужна еще морковь. Я не знаю, обязательно ли она, но мне кажется, я надеюсь, что свинья будет питаться и так. Ну, то есть... А, вот еще, смотрите, сколько... Привет, чувак. Ой, что за лаги. Свинья должна питаться... Вот, это, наверное, морковь. По-любе. Да, это по-любе морковь. Соответственно, ее нужно на место ведра, например, поставить и... Вот так, вот так, вот так. Слушайте, я вас тут, пожалуй, заживу немножечко. Это маленькие вот эти, это, наверное, не созревшие. Так. Это что, тоже морковь? По-моему, это не морковь. По грядкам ходить можно, насколько я знаю. Нет, это картошка. Восстановим. Слушайте, а какова прибыль? Ну-ка, бери. 19. Чё, прибыли нет совсем? А, во! Созревший больше. Да, получается. Вот тебе и свинки. Так, может быть, здесь загон для них замутить, как вы думаете? Может быть, здесь будет моя деревня? Моя деревня. Все, я тут босс. Скорее всего, я думаю, да. Нет,
Ну, точнее, мне там, я уже сделал загон. Так что все будет чики-пуки. И пуки-чики, отлично. Сейчас посмотрим, что там со свиньей с нашей. С моей. И пойдем искать после этого овец гребаных, чтобы они... летучая мышь. Так, тут овраг, не провалиться бы туда. Стоп, да ладно, овраг? Еще один, что ли? Смотрите-ка, нет, я там был. Мед, пиво пил. И здесь получается. Значит, это все-таки два разных оврага каких-то, да. Ямы, точнее. Так, ну чё, свинья? Как тебе тут? И, слушайте, ей нужно жратву, да? А чё, ее кормить? Или что с ней делать? Ой, ёп, чуть не убил. Ладно, потом узнаю. Сейчас самое главное... А знаете что, давайте-ка продолжим в следующей серии все. Всем пока.